Как-то раз встретились три мусульманки-подружки – Фатима, Айша и Залина. И за разговором подняли тему изучения таджида. Фатима рассказала, что все воспитание детей на ней одной. Она чувствует, что должна найти детям хорошего учителя по Корану, чтобы не упустить время их юности для обучения. Но сколько ни искала учителей для них, заниматься дети не хотели. Айша пожаловалась, что несмотря на то, что не замужем, из-за загруженности работы тоже не может научиться читать Коран, а очень хочется. Она пробовала учиться то там, то сям, но результата это не дало. То не подходило расписание и было слишком скучно, то было далеко от дома. И тут решила рассказать свою историю Залина. Я тоже долго искала подходящие курсы. Переучивалась, дети не давали учиться, муж ворчал. Но однажды в интернете наткнулась на эти курсы, решила записаться, и вот теперь даже мужа научила. У вас есть возможность изучать таджвид из дома. У нас отработанная годами эффективная методика, множество отзывов от довольных клиентов. У нас обучились более 2000 человек.